А спонсор данного ролика – мое свободное время. Свободное время – убей его с толком. Приходилось ли тебе замечать, как убого выглядит следующая картина? Думаю, что да. И для общего развития я решил переделать стандартный подрыв баллона. Вот что вышло. Не идеально, но чуточку интересней. И если ты еще не закрыл это видео, начнем работу. Размещаем PropPhysic Override, даем ему имя и выбираем модель баллона. Затем указываем урон и радиус взрыва модели. А также не стоит забывать об уровне жизни пациента – 20 HP. Дальше над баллоном размещаем NV Steam, который будет имитировать струю газа. Приклеиваем струю к модели, настраиваем по своему усмотрению. Последний штрих – Ambient Generic, который также приклеиваем к модели. Убираем галочку, возвращаемся к баллону. Через Input делаем следующее. При уменьшении здоровья модели включить струю и аудио. Дальше через 5 секунд баллон должен будет взорваться, если игрок не продолжит стрелять по модели. Когда модель взрывается, струя и звук удаляются из игры. Вот так все простенько и не так скучно, как в оригинале. Благодарю за просмотр и удачи, тамадачи!